теперь я тебя катаю. Да. Настал мой звездный час. Так, ебаш. Как прямо? Прямо. Ну как, тебя не укачивает? Отлично, как в Розеровисе, брат. Смотри, кресло. Что-то у тебя голова сильно шатается. Нормально. Подожди, поворачивать надо. Слышь, если бы мы с тобой ехали, я бы это колесо не поднялось бы в воздух. Я бы не перевернулся. Хорошо, мы шишигу спасли, а то была бы третья автивка, которую бы мы кинули. А, чтоб намотало всю раму, да? Ебеть. Все, стартанули. Леню починили, залупазлик отдохнул. Сейчас уже тут до места основного рубилова считанные миллиметры остались. Ну, в смысле, пару километров. Миллиметры по карте, если смотреть. Да, красивое тут озеро. Такое, Киев совсем недалеко, а вроде в другом мире. Да, что-то жестко тарабанит у меня, то ли крестовина подразвалилась. Пока едем. Все, наконец-то мы доехали до этих первозданных мест. Дельфин даже косуль тут видел вчера. Ох, какие запахи, к сожалению, камера не передает, но просто бесподобное. Давно-давно мы тут не были. До войны, наверное, были последний раз. Ну и дельфин вчера был в разведке. Да, позарастало нереально, ничего узнать нельзя. Даже мусорку эту поглотил, а природа почти. Тренировка. Ушел в отрыв. Ого, как тут заросло. Вот этого не было справа. Кто-то посадил. Лёня, болото. Лёня, болото. Назад верни. Там ещё и болото есть? Ещё раз мы тебя не слышали. Я говорю, болото есть? Назад вернись, мы на спуске остановились. Что там, Лёня? День потерялся. Тогда поехали искать. Он где-то вот тут. Он есть тут. Как и сам, как первый. Алло. 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 Да. Алло. Алло, алло. Как и сам. Говорит, есть ремень только мелко порезанный. Нашел? Да. Его никто не переехал. Смотри. Хоть? Он странный. Телефон, блядь, не шукал, а ремень шукает. Да, да.
Да, телефон пофиг, говорит. Шо? Не поможешь ему уже? Так... Оттуда домой было ближе, да? Да. Наконец-то мы почти доехали. Леня, на его месте будет другая Судзуки, на твоем месте. Мы куда приехали? На Крадун Самурая? Нету болота, дельфин. Ну, оно есть, но трава закрыла все. Помнишь, тут червоную котлету мы ломали? И меня тогда не было, я только рассказ знаю. Ну и котлету знаю, которую ломали. Нету, да? Я ничего. У тебя есть какой-то ремень с собой? А нет. Дельфин. Резинку подойдет. Леня, теперь твоя очередь. Моя очередь тебя возить, да? И что, кто-то я что-то спи. Не знаю. Ну вот. О, слышишь? Все. О, вы вдвоем тут будете с Димоном. Ромя, оставай. А не, смотри. Та этот Судзуки не может застрять, это ж не Нива. Ёлки, а мы тебя уже списали. Да, нормально. Банда, доехали почти до основного места. Оторвано? Так Леню тогда нельзя сюда сажать, ему может она... Мост вырвался, сильно не долби. А нужно верхнюю держать, там лишь верхняя есть. А я ехал на асфальте, отпускаю газ и мне аж так. Ну нормально. Мост летает. Ну поехали, ладно. Все, агрессив. Бабай, тяга тупо оторвана. Слышь, надо сварочный аппарат с собой возить на нормальную покатуху, да? И эти, и трубы. И тяги. Димон, это только начало. Вот это мы только доехали до места. Не, так там дальше будет все. Это же только... Ну, видишь, машин меньше, меньше становится. У меня тоже что-то тарабанит так. На бездорожье лучше. На... Как-то ей на асфальте херово. Это всегда так. Это такая машина. Вадим толкнул меня в зад, как обычно, я завелся. Рабочая схема. Они ушли в отрыв. Позарастало все. Дельфин катался, говорит, кто-то катается. Видно, есть следы. Дельфина тоже сломался. Всю дыхит. Короче, то, что я и говорил, машин все меньше и меньше. Цепляет раму. Паркует тоже патрул. Машин все меньше и меньше. Дельфин с вещами на выход. Леня сел. Какая следующая сломается? Как фильм детства помню. Большие гонки. Сейчас у какого-то номера вылетит мотор. Это же мы, говорит. Взорвется или...
такой крутой поворот. Хотел подрезать его, но мне кажется, не получится. Может, тупо меня переехать и все тогда. Карьера будет завершена. Е, у нас Е, Г-66. Горочка, конечно, цікава. Да, гора тут, я вам скажу. Я на первой поеду, наверное. Поехал. Ну, красун, что он там на второй вроде поехал, пониженный. Как-то страшно, блин. Рус. На своем автомобиле. Да, дуже страшно. Хорошо пошел. Прыгает. Ого. Обережно. Ё-моё, тут можно так и перевернуться назад. Мабуть, надо телефон с руки убрать. Ё. Подрываются аж колеса передние. Ёханый бабай, чуть не убился. Ого, аж передняя ось подрывается. Так, ну что, попытка номер два. Дуже цікаво, що буде. О, а тут якісь нори. Лісі. Погнав, погнав. Якась мега поніжена. О, пошов. Ого! Так, стой. Сейчас іду. А, не двигайся, іду. Іду. Ух ты, как сюда залезть. Блин, короче, я боялся этого места. Ты я шатаюсь, если что. Блин, надо вперед, может, чтоб кто-то. Сейчас. Виталик! Или, может, по чуть-чуть спустишь, я сейчас удержусь. Тут так. Может, спустишь по чуть-чуть назад? Я тебя перевесил здесь. Да? А, ну да, согласен. Может, сверху объедешь, зацепишь? Зацепишь сверху или скажи в рацию, чтобы зацепили? Блин, стою на задних колесах, надо меня как-то подтянуть, могу упасть назад. Кирилл стоит на колесе. Да, на чем-то. А что, колесо в воздухе? Сантиметров на 40. Фоток еще сделаю. Ну, раз ты ничего не будешь делать, на, сними фото. Блин, короче. Це я шатаю, если что. Я боялся этого места. Вот. Что-то жестко как-то. Тренировка едет? Такая история у нас. Вон, Андрюха, тренировка едет. На. И ты можешь перевернуть, и она будет вперед смотреть. Блин, держу на тормозах, короче, из последних сил. Твою лебедку ты делаешь? Да лучше его на... Его спустить? Вот, Руслан, тебе кадры будут. Фото сделай. А там фотка не делается. Уже скрином придется делать. Телефон? Руслан, сделай на телефон на свой. А у меня телефон в машине, малыш. О, вон Андрей, может, есть телефон. Андрюха, сделай фотографию. Ну, сейчас за телефоном надо идти. Андрюха тащит лебеду. Там за шакал цепляй. Шакал, где она там?
А да он, я его не вижу. А, там нету шакла, блин. Тоді шо? Куда его? Вот за вот эту обмотать? Да фиг не знаю, честно. А вот это на чем клюз держится, выдержит эта мотня? Да, да, ну там же острая, чтобы трос не... А, трос не это. Ну можно ж обкрутить, можно. Да, там где клюз держится, там выдержит. Короче. Димон, что-то пошло не так, блин. Ну мотор сзади, ты видишь, неправильная развесовка. Тяжелый типа. Ну я придержу аккуратненько здесь, на всякий случай. А если вот так шатать, тоже страшно? Все время страшно, пусть хоть натянет трос. Трос натянет, а ты спрыгнешь. Да, да, я спрыгну, спрыгну. Да все время страшно, пусть хоть натянет трос, блин. Да, я спрыгну. Кто там кричит уже? Давай, давай. А он уже ж его завис. Он не заведется ж. Не заведется? Не. Так может вниз его? Ну не, вверх вытащи. А, вниз. Дай корбу, я тебя... Вниз можно, вниз, Рус. Ты не заведешь, ну. Чего? Давай, давай. Не. Так может вниз его? На не, вверх вытащи. А, вниз дай спустить. Я тебя вниз можно, вниз. Да ты не заведешь, Дима. Чего? Вот маленькую, да, я облегчённую. На. Ну что-то я вверх не хочу сюда больше ехать. Бляха. Так бывает. Дякую. Все, отцепляем? Да. А трос? Блин, подожди. Не тормозит. Что-то я очкую, пацаны. Отцепляй, да. Мне эта дорога вообще не нравится. Полная жесть, короче. И такая горочка. Вроде это, она же едет, но просто можно назад упасть. Дельфин, блин, заманил. Уже есть какая-то другая дорога. Тут справа тоже жестко. Сломанный дельфин. А вот они уже. Черт, не включил заднюю, не завелся. Да, экшен мог через спину быть, сальто назад жесткое, конечно. Повезло. Поднимались вверх, и сумка упала, не побачил, и включил ему механическую лебедку. Офигеть. Механическая лебедка работала, он тут спустился, ten, бампер втянул, лебедка начала сама себя съедать. Нихера себе. Да надо ехать туда, в проверенное место. Йох, ханы бабай. Тоже тюнинг пошел? Меня... Дерево, лось перевернул. Включение. Хрущ летел на скорости 300. С хрущом все хорошо, в больнице лежит. Охереть, блин. Включилась лебедка.
Ну, надежная лебедка, нормальная. А что, куда сейчас? Ну, да, по маршруту или? Прямо. Давай без горок. Как без горы? Давай прямо поедем. Там, там болотце есть в конце. Хорошее. Не хочешь болотце? Где вот, и мне уже стоит патрутой там. А что ты его там ломали? Дяга. Хрен его знает. А сейчас уже страшно, отрывало. Блин. Не, она короткая просто. Все, я не? Понял. Не? Независимо. Задним ходом надо ехать. Ну. Да? Ехать тоже попробую доехать до Киева. До Киева, а тут уже все ВСДО. Так давай туда вытянем тебя про машину на асфальт. А ты еду? Да, Сата, надеюсь. Бампер был новый. Сейчас УАЗик еще намотаете, блин, туда. Что-то она там не пара хочет. Порода. Друг за друга зацепил. Да она не размотает. Ой, какие впечатления, что он просто там не держался вообще. Он дал без этого. Не, ну, понимаешь, за его и говорил, отрезал. Сматывайте. Знаешь, он сматывает. Ну, смотает. Вопрос в том, что если сейчас делать, мы больше никуда не едем. Едем. А что, это ж только начало маршрута сейчас. Вытянуться. Уже все, мы вытянулись. Ну что, ты хочешь круг робить? Ну да. Делаем крюк. Осторожно в бампер. Не сольёшь? На записи мои, блин, позбиваешь. Там же когда масло менять написано. Нет. А, то у тонировки. А, схождение. У тонировки когда масло менял. Я у себя померил схождение, кстати. И что? Миллиметров. Говорит, почему колеса стерлись за два месяца? Ты нет, у себя левая тоже стоит. Походу, да? Да? Ну, вот так. Ну, не новая машина, что ты хочешь. Так что, ну уже три, у меня пять. А чего если нажимаешь? Почти, левая, почти идеально. Левая, по-моему, да, там вообще красиво начинается. Передняя? Да, левая. Ну, она же была так. А правая я не успел посмотреть. Не, он просто снять. Там потом эти хомутики, короче, открутим. Хомутики я хуже. Ты видишь, немного тут это. В болоте. Все, я ему затряпку. А там болото ж дальше надо починить, блин. Да нет, вдруг кто-то не застрянет. Нет, это не так. А, разрывал. Ну. Вот этот метровую яму эту, короче, и ударился от березу, блин. Согнул квык аж сюда. Вот то все погнуто было. Думаю, блин, равнять его, короче. Короче, в следующий раз поехал опять не сушно. Матай. Ехал задом, короче, начинаю падать, цепляюсь клыком об дерево, короче, он выровнялся идеально ровно. Как дядя, сейчас. Матай, засувай. Так ты можешь сам себя выровнять. Засувай. Блок за дерево прицепил, ну, ее херак через блок и выравнивать. Все. Можешь выровнять. Самому даже. Ветра. Все? Да. Что-то как бы не приедете, мы заплетаем трос все время. Заплетатели. Ты просто не запомнил. А ну еще раз давай, смотри, запоминай как надо. Подписочники, запоминайте, как надо трос наматывать. Как кто? Какая? Да? Тросоплеты? Где она? Та раньше тросов не было тогда еще. Когда не было. Ну, когда древние люди так были. Так вначале появились тросоплеты, а потом тросы появились. Старый еще пошел, бля. Пошел туда, поработал. Вот так придерживаем. Блин, может еще на один виток, чтобы меньше петля было. Давай еще на один виток. День поработал, покупил трассу. Второй день. О, все. Ты что-то вообще будет мелко. Нормально. Невозможно. Там мужики стоят, блядь. Такие руки, блядь, как это сказал. И все вручную. Вручную? Крановые, то есть, блядь. Не, ну там приспособы всякие. Вот вручную, вон Кирилл, смотри, у меня как струбцина работает. Вот. Раз. Дельфин, помогай, что ты стоишь? Ну, скручиваю, бля. Это уже не надо. Болты ворует, бля. Они на патруль не подходят. Да пригодятся. Там ничего не сделаешь. Чего? Так а высоко колесо было, Андрюх? Да? Да? А левая передняя? А левая на земле, да? Я тебе предлагаю еще 2 метра. Метр буквально. Говорить. Сзади. А, слышишь? Как на драг-рейсинге надо колесико по центру поставить просто. Ну, лучше мотор еще вынесем. У тебя передок отрывается, а ты вот то крыло снял белое, что у тебя было. Лёня, а всякие эти самые? Не. Ну, стяжки. Эпицентр?
У меня 503 дякую, есть. Андрюша, хороший сервис. Запиши вот это. Надо же выкинуть. Наоборот. А, болтается этот фар, смотри. А вот проблема, и раскачала из-за этого. Да, и воду тут набрало, и без бара. Ух ты ж, елки. Что, по морде попал? Грязь стреляет в глаза. Не может быть, что тебе показалось. Так, это сюда. Дай доверну. Подожди, вот эти лохмотья повыдергивают. Да пусть, это же утеплитель. Ну это до зимы еще пару месяцев. Чтоб мыши не мерзли. Это для того, чтобы смазку Саня, удержать. Саня же он там делает, блин. Я говорю, давай быстрее. Шо, шо? Машину делать нет. Я говорю, да я понимаю, что ты спешишь, короче, знаешь. Ты. А мы же там пока то подняли, пока то сделали. Сняли плетяну, поварили. Так, ну, нормально. А кто у нас еще не ломался сегодня? Да? Рустам? Он только починил. Он поломанный приехал, поэтому... Да, мне сразу. Без стартера, без кардана. А, он поломанный, да. Вечер там целую ночь будет на эвакуаторе. Гонять. Это он себе работу взял. Он две машины стоит уже, там, там. Эвакуатор тут недалеко, Леня, не бойся. Трассоплеты. Вот так плели, да? Трассоплеты. Вадим. Надо было, блядь, придумать, а? Трассоплеты. Это звучит как какие-то плюты. Блин, после войны, что ты? Ой, блядь. Ну еще в глаз ему попади этой отверткой. Я знаю эту историю. Да целая передача есть по этому поводу. На Discovery. Ни хрена, все равно я ничего не запомнил. Блядь, иди нафиг. Я уже второй раз, третий не хочу тебе показывать. Придется и третий. Не, я понял, что куда-то вставляешь отвертку и крутишь, блин. Вон, блин. Это не секс, Рус. С отверткой, слушай, как-то опасненько может быть с тем, ну, сексом. У него есть своя отвертка. А ты откуда знаешь, что у него есть? Ты уже мужик? Видел, в залупазе лежит. Тут вот это распушенный, как останется. Стильный, блядь. А крути еще. А, да. Так, этот увязали, осталось. Офигеть вообще, конечно. Сложная эта работа, да, тросоплеты? Трудная такая. Тяжелая. Надо молоко давать за вредность. Ну, такая за тяжесть работы. Дай, дай Юрус на новый, бо он практикует. Через руки хочет понять, а, да, как да, это работает? Практикую, он уже... Лоня, блин, обладает. Тяжелое это дело. И типа, а надо... что, поломались те? Да, вот новые. И надо вплетать, получается, да? Так они вот не нужны, он сейчас должен они же так их сделали. Все, бачишь? Оно уже не надо, там просто кольцо будет. Оно сплетено. Технологии, понял? Туда попадать и вкручиваться. Или два вместе. Да, уже... Да подожди, еще рано. Андрюха, сейчас солнце еще есть. Сейчас мы покрутим, там, потом там покрутим. Может, дождь пойдет еще. И все, и там уже глядишь, темнотища. То где следующая остановка? Через 100 метров? 6 часов обещает ливень, так что вы учтите. Отлично. Судя по нашему вот этому металлолому, который тут разбросан везде, туда, еще 100 метров туда. Ну как они обещали, что да, там типа, что должен быть сильный, блин, я так ждал, думал, может действительно лупанет такой. Не, ну вечер там сколько, 8. Не, ну просто, ну если бы обрубили, было бы качественно. Так давай обрубим, вон кувалды же есть. Вот это можно подтянуть. Подъем, подъем и все. Той фигней можно подтянуть. Вижу, что я помогаю, а не так как-то. Да понятно. Вот из руки прям. Хочешь, чтобы патрол вытащили отсюда, понятно ж. Я же должен выехать. Выехали. И молотком сейчас заколотим и все, вот она. Не, и крутить, она тянется, и крутить железками не придется. Да, только наоборот, что? Наоборот. Вот отсюда? Не, ты не вот железку сверху. О, а да. Ну, вы какие-то скучные. Уже Виталий какие-то шайбами пошукал. Шайбы, шайбы, шайбы. Да нормально, будет держаться. Великие шайбы засунешь и затянешь. Или... Лучше, чем о. Было. Да? Спасибо, о. Блин. Блядь, я тебя спас, бачишь? Значок поставил или что? Да, ну, на Карпатском горлоне, да?
что за полдня с нами. Да, блин. Он уже медленно, видишь? Да можно руками было размотать его. Где ты был, блядь? Я снимаю. Все получилось. Не сумка упала. Не сумка, а кулек с едой. Жуга поехала. Видишь? Вот тут оно куснуло. Что-то было, да? Где? Вот тут, да? Давай еще попробуй. Да не, укатит машина. Да хай дерни. Не, оно сейчас дернет и нормально. Давай. Оно там хорошо сидит. Стой, иди. На тормоза иди нажми. Я его там запутала пипец. Да. Ты же, да? Это не то, что мы с тобой. Не, после того я собирал. Запутали его. Не, ну. Все. Есть. Заработал. Стой. Стоп. Сейчас. Да, другая хуйня сейчас будет. Да. Это еще страшнее. Да. Дай отвертку. Отвертку. Я помню, по Мазаю, вот так его вот так. Угу. Мазай. Где этот Мазай? Бежи по барабану. Да где, на? Да. О, а они поехали туда, куда и мы едем. Короче, зеленый Мазай. Размотали. Да, ужас какой. А что с коньяк просто? Против секрет, что? Теперь я тебя катаю. Да. Настал мой звездный час. Аккуратно, там гири в траве, бачишь? Ага. Стой, надо пониженную, да? Обгоняй. Подрезать? Да, что это? Где? Кто? Подсос. Подсос. Отсос? Подсос. Все, давай, там тонировка уже. Куда ехать? Цикует. Опять? Прямо, так, ебашь. Как прямо? Прямо. Ну как, тебя не укачивает? Отлично, как в Розеройсе, брат. Смотри, крессор. Что-то у тебя голова сильно шатается. Нормально. Подожди, поворачивать надо. Слышишь, если бы мы с тобой ехали, я бы это колесо не поднялось бы в воздух. Я бы не перевернулся. Хорошо, мы шишигу спасли, а то была бы третья автивка, которую бы мы кинули. А, чтоб намотала всю раму, да? Пипец. Всю шишигу. Так а как вы спасли? Да. А, кричали? Да. Мы правильно едем? Да. Ты тут хоть был хоть раз? Здесь дом. Давайте, конечно. Это первое. Это первое. Это первое. Это Тадея, третья вот здесь. Можно с третьей трогаться, да. Ну задом наперед коробка. О, а другая уже там на подъемнике. Ого. Опять хочет а меня. А ты сказал, не будет горы. Ну как, дельфин? Страшно все спотыкал, брат. Ты не провалился где-то? Шо-шо? Не провалился где-то на бок, брат? Да вроде нет. Бросает, может, я в сторону бросить. Я же с тобой все возьму. Ты патрол закрыл? Да. А ключи где? В кармане. Бардачек положил, чтобы не хотели. Ого, ты видел, как шишига прыгнула? Бардачек положил. Хорошо. Повтори. Нижняя кнопка. Да. Повтори, будоска. Ну тут вроде не такой крутой подъем. На самом деле, ты въезжал уже или нет? На самом деле. Мы правильно едем? Да, а другая будет на самом верх поедешь. Помнишь, на горках никто не мог выехать? Ёханый бабай. Какие детские горки сейчас ставят, да? Да какие детские нафиг, блин. Ты со мной проехал бы, понял бы, что это... Витара назад. Смотри. Витара, давай. Подрезай, не нафиг. Обошли. Сюшига, аккуратно. Я туда не поеду, блин. Чего нет? Да ты шо, блин. Неси. Я же с тобой. Да не, мы перевернемся. Да, перевернемся. А я тебе говорю, перевернемся, у нас мотор да. Сзади. И что? Опасно ж.
Не-не, я не... Я не хочу. Секунд. Да не, ну куда? 60, опасно. Уже секунд, да? Иди, иди ты проедь. Я не поеду. О, Леня, а ты тут что делаешь? А, ты... Шишига, давай. Снимаем шишигу. Да еще перевернемся, блин, ну его нафиг. А если дельфина в багажник посадить, кстати, то можно. Садись в багажник вовнутрь. Да не, что-то мне не хочется туда. Давай Судзуки лучше. У вас деревянный руль, блин. Да не, ну реально такой уклон. Камера не передает, и то видно даже, что он такой стрёмный. Груссор обосрался за страхом, он все. Задним ходом. Секунд, блин. Секунд, секунд, да. Старый 60-й уже секунд. Ты мне рация купил, блядь? Не, надо позвонить. Я уже 5 раз тебя писал в группе, блядь. Уже обещал. Я забываю, что... Ну вот, 60-й уже... Все, разворачивайся, идем вниз. Давай. Там никого сзади нету? Нет. Понимаете, да, давай. Давай, давай, давай. Вниз. Да сейчас я развернусь лучше тут. Ну как мы идем, дельфин? Нормально. Очкуешь, нет? Я нет, ты очкуешь. Да не, ну куда? Смотри, боится спуститься. Не-не, я сваливаю. Иди по дороге, да. А куда тонировка не туда куда-то поехал? Нормально. Правильно он едет? Налево. Вот тут правильно я еду? Налево. Налево? Да. Так а где дорога? Ну, вот тут налево, такие сейчас будут тоже расширены, такие, ну, расширены, такие, знаете, вот они вот так говорят, там где надо или где. И же дерутся, вот сваливают. Где дорога, блин? Там. Нормально едет. Где дорога, блин? Правее, правее, правее. Поехал. А ты помнишь, как я тут ехал на патруле и проехался? Да я слышал об этом, но... Ты куда? Ты на это ехал? Да, он памперса пошел поменять. Бля. Подожди. Да, я включу. Как вперед, он? Прямо вперед. Нет, не, не, то заднее. Да. То четвертую ты включил. А Шишига осталось там, смотри. Он, наверное, не вернется уже. Виталий, там порядок у вас? Виталий, а давай вперед. Сейчас я спущусь, подождите. Говорит, спущу. Правее, правее, правее. Давай хоть до Сундуковского доедем. А, он там хочет спуститься? Да, там где поднимался. Блин, там страшно на Шишиге будет, да? Сейчас ждем. Ждем, снимай. Да ждем. Но едешь все. Не-не, я хочу так стать, чтобы видно было лучше. Вот так? Ты туда едешь. А все, 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 ты извини. Мы когда-нибудь поедем до кордона или нет? Леня. На кордоне. Стекла мыть. Это, наверное, та яма, где ты провалился. И там Андрей. Так, ну что, едем? Да. Смотри, тонировка что делает. Выскочил. Садиться. Камеру надо включить. Так, ну едем, едем, едем. Уже кордон близко. Смотри, смотри, еще один. Мы на кордоне. Да, ну. Стой, стой. Смотри, что делает. Да.
черт. Так могли и врезаться в белую машинку эту, да? Да. Проедет, думаешь? Да, это же Витара, она. Легко. Охренеть. Ха, газ добавишь и все. Там система стабилизации, понимаешь? Да. А ты вот там на бочку лежал, не? Стой, 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 стой. Еди, еди. Там. Агрис. Леню тренирует, да, или что? Тренирует Леню штурмана. Давно вы с Леней штурманами не были, да? Да. Стой, а где левый поворот наш? Вот тут, да? Не знаю, где он едет. Ну понял, где, куда нам... Где я нам... Там дальше. Дальше поворот? Не по воздуху, да. А мы прямо-прямо в болоту заезжаем. Разве? Смотри, что тонировка робит. Уже колеса дорваны. Да? Сзади колеса дорваны. Тонировка опасный, блин. Андрей, где-то я там на патроле лежал. О, видишь, колеса дорваны. Ага. Да вижу. О-о. Снимаем отсюда. Помочь, Андрей? Да не, он сам. А ту косулю бегал, я тут. Вот тут, да? Да, тут между деревами. А где дорога? Где-то. Прямо дорога. Смотри, смотри. Все равно хочет перевернуться. Он ни разу же не переворачивался, ты знаешь? Хотя пытался много раз. Больше у него центр тяжелости очень высокий. Ну так тем более. Осторожно, заходи машину. Давай левее, левее, подъезжай далеко. Левее, 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 совсем лево. Да не подожди, пусть едет. Никогда не, не переворачивался. Бах. Да не. Это невозможно. Давай левее. Проскочу. Левее, левее, еще левее. Да нет, там хреновая дорога. Как раз мы прямо и к Андре поехали. Да. Я не хочу. Туда и проебешься. Я не хочу туда. Так нам не в другую сторону, мы не туда едем. Я знаю. Ну, ты едешь в болото, а они в горки. Да? Да. А Шишига туда... О, Андрей! Да Шишига тут поедет? Слышь, а по верху мы можем проехать? Ну, я так ехал, верху не проебал. К нему. Помнишь? Все ехали снизу, а я вверху ехал. И где-то тут проебался. Андрей, помощь нужна? Где-то тут проебался, Рус. Так где-то смотри. Снизу, а, давай вниз тогда. Давай газу, газу, газу. Куда газу, блин? Сейчас упадем, блин. Как? Ну, наоборот. А, типа как по стенам ездят? Глянь, тонировка выскочил, кажется, да? Да. Из тяжелой ситуации. А вот тут вверх можем заехать? Легко. Делать. Да нет, там страшно или нет? Где? Тут? Ничего. Да. Ничего нет? Плоская дорога. Точно? Давай, подрезаем его. Не загоплю, блядь. А может и нет. Ну что ты, седины больше у тебя? Да, блядь, все. Бледный? Виталий, давай, туда спокойнее, легко. Блин, блокировка включена.
блокировка включена. На шашиге едет. Где-то тут ты на патруле. Глушители нет? Не-не-не. Просто вообще, да, такие места шикарные. А куда ехать? Как выехать теперь отсюда? За ними. Так а шашигу не будем снимать? Ну, мне вообще показывал, что нужно упасть на бок. Так он уже падал. В Ереме безопасность. Не предусмотрены конструкции. Хотя дырки есть. Кто это справа? О, я думаю, где они делись? Я думал, они уже на кордоне. Ну как тебе в моей машине? Класс. Нравится? Да, экономно, топлива не трачу, не ломаюсь. Мыть не надо. Смотри, сейчас мы ускоримся, держи руль. Куда? Не, я туда не поеду. Да ну куда ты, что, перевернуться на ровном месте? Какой-то тут сикл ставил. Да не, машина просто не той конструкции. Давай, правый. Это для болота. Параллельно. Куда параллельно? Там параллельно, правее. Там так не видно будет их. Опасные люди. О! О, заводы любители острых ощущений. Да и поедем там, наверх и будем снимать. Так а мы заедем там? Ну там, там заедем. Что-то не едет у него. Ну, на боку. Ой, да. Уже на боку майк. Влево руль и назад. Влево колеса поехал. У него рации нету. Подожди, давай пусть заедет тут. Будет экшен, точно. Ёханы бабай. Жесть. Следующий. Маньяк. УАЗ-отряльщики. Что? Лёня, шукай новый трек. Где тут справа? Я еще никогда в жизни не переворачивался. Я говорю, зря ты сейчас это сказал. Да, чуть-чуть. Ну, почти выехал. Чуть-чуть динамики не хватило. Все, вышел, газу.
жесткий, выскочил все-таки. Леня штурман на Витаре. Не, с Леней не страшно, не перевернешься. Хороший подъем, зачетно. Я когда снизу подъехал, думаю, нифига себе. Сюда, сюда, сюда. Оп, 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 яма, яма, яма. И говорили вам я про яму. Вот сюда вот на колесо, вот. И спускайтесь аккуратно, да. Там, там жил кто-то. Нора, да? Нет. Нора. Ну не так сильно, конечно. Не так сильно, ребят, не так сильно. Сильно не надо. Покажите яму, встань на яму. Вот. Не хватает блока заднего. Диагональ, да, и все. Да. Сейчас там профессионалы подсказывают. Я стою на яме. Яма вот она ж яма. А если проверить? Ну я ж говорю, только вот, 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 смотри. Вот так вот, видишь, вот можешь заезжать. Он здесь бьется. Не хватает блокировок. Особенно задний. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну вы, блин, конечно, горячие парни. Теперь колесо вправо, право колесо, право колесо. Еще вправо. Горячие его парни. Теперь так, смотри, аккуратно, ты наезжаешь левым колесом на бровочку, да. Сюда царь не побудет. Надо было далеко так не съезжать, чуть попробовать назад и стартануть. Вот, вот. Поехал, поехал. О, видишь, под четким руководством. Кто это, Леня? Нет, Андрей, тонировка. А, о, блин, направил на путь истины, да? Так, а что там? А, то секуны, да? Понятно. Ну сам ты едешь? Я нет. Мне хватит, я на козе постоял сегодня уже. Тюшка. Да, да. Кирилл, прием. Какой именно Кирилл? Не, есть у нас еще хлопцы сейчас. Порох, пороховницов. Какой именно Кирилл? Штурман, ты едешь? Отлично, отлично, вообще. Отлично, поджерик зашел. Хода подвески, понял? Независимая. Ну, уже пробили чуть-чуть, ну и коксу больше дал. Ты видишь, как красиво зашел? Мы заедем или нет? Не. Я не знаю, что я. Едь давай. Ты старый пердун уже. Я не поеду. Не поеду, говорю. Шишига пускай едет, она зайдет. Что, все, поплыл?
Да, уже не тот уже у нас РУС. Да. Да не, мы там не проедем. Дельфин, страшно. Пристегивайся. Ремней нет. Ты сказал, что нет ремней. Нет ремней. Да не, но мы не проедем. Это самое. Я знаю другую дорогу. Все, съебался. А вот тут попробуем. А там хреновый. Давай, ты направо. Налево? Направо, тут можно было. О, там опасно. Да нет, тут едешь. Направо. Да нет, там круто. Не, нормально. Где? Ту, направо, давай. Да, направо. Вот тут? Да. Где? Ты что, сдурел? Посмотри, какая гора. Что? Мы убьемся сейчас. Чего? Побегут. Дельфин. Да, с тормозом нет. Тормозов же тоже нет. Вон Гранд Чероки. Куда там давай? Я вот на эту горку УАЗа ставил, и он сам заезжал сюда. Ну вот, если сейчас поставлю внизу, вот, он, ну, вот под таким наклоном он сам сюда заеду. Заявочка, я вам скажу. Это заявочка. От штурмана. Отлично едешь, отлично. Гаскуй, пошел. Да вообще шикарно, смотри. Просто, блин. Все заехали уже, кроме вас. Все, поехали. Тормоза только спереди, понял? Оно не останавливается. Да. Останавливаться нельзя. Ну, юзом морда разгружена аж. Все, поехали дальше, ребята. Давай, налево едем. Первый, а то буду брать я первый с уборкой. Да, давай, надо. Надо ехать на нормальный маршрут. Ну, что там ты ответил? Вентилятор работает. Все, давай, лево и поехали.